Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Иаков 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Мое объявление о детях, у которых умерла мать. И, как известно, отец-то не стоит на ногах. Курсором останавливайте, читайте. На все сняты ролики. Как она умерла, охоронили. Это к тому, чтобы никаких подозрений у никого не было. Совет такой был, я все это взяла на себя Галина Александровна. Загуляева. Вот теперь так. А так задержать и прочитать можно. Это переписка на каждый день. Галина из Казахстана благодарит за книги. Сережа, мир вам. Божье благословение на труды новой недели. Получила я на неделе книги, за что хочу вас поблагодарить, Игнатия Тихоновича. Я несомненно рада, книг здесь нету таких, и я с радостью делюсь с друзьями и родственниками радостью, которая переполняет мой мир в душе. Спаси, Христос, за помощь, целую, обнимаю вас. Дух и терпение вам, вы просто молодцы, сплощенные Духом Святым. Спаси, Христос, низкий вам поклон, храни вас Господь Бог. Я спрашиваю, кто посылал книги, какие, когда и прочее. То есть ничего я не понял даже. Кадушкин просится. Согласен на пресс Потеряевку. Ну и как дальше? А это написала. Кто? Это Олег. А, мудрость. Ну, я ему все скопировал и послал. Наверное, не меньше 50 мест в Библии, где говорится о философии, о премудрости. Сергей Кисловский пишет. Событие местное. С Саманом там 20 соток картошки закончили вчера окучивать и сразу перешли на лагерный огородчик. Володя там достался неизвестно от кого мешок из материи. Такой длинный, он как мешок, не мешок, ну длинный, ну, 1-2 метра. Его подстилаю, по нему ползу. Лук вчера 3 грядки прополол. Ну, как прополол, там траву выдрал. Вот так. Там еще что-то нужно было. Ездил, снимал, как Игорь Барабаш там гору грызет. Со своим бульдозером, с машинами. Ему нужна глина. Новый склад строит, поднять там место низкое, выше. Силосные старые ямы нашел, и как они возят, все показал. Это будет на неделе. Сегодня у нас вторник, только еще начинает подъезжать. Сегодня должны первый приехать Игорь Дебунов с ребятишками, ну и тот просится, кто вот приехать. Эта неделя будет как бы
неделя встреч и проводов, воскресенье. Крещение будет 7 июля. Ну и все на этом. С Володей везде двое. Кхе-кхе-кхе.